эту серию наших файтов выпустить отдельно, потому что это у нас получится, ну, довольно много материала, не просто файты, у нас много, там, по 5 и больше раскрасок на Маюнгазавра и на Зухамима, потому и предыдущая серия была и так длинная, но я зато их выпущу в один день, у вас будет две серии, вы посмотрите их практически одновременно, чтобы серии были чуть покороче. Здесь у нас еще есть усыпленный спинозавр, давайте посмотрим на его показатели, он крутой, короче, 185 плюс 80, и давайте будем выпускать нашего первого майнгазавра, главное не перепутать с карнотавром. Так, ну он слабоват, то есть карнотавр его загрызет. Всего лишь 75 на 29. Напоминает, кого он мне напоминает, вот, ребята? Не очень он похож на майнгазавра, как-то, ну, не такая уродливая у него рожа, как должна была бы быть, на мой взгляд, и не такой большой шип, как мог бы быть. Вот такая вот у нас раскрасочка. Это наш первый кандидат. Давайте мы сейчас незамедлительно приступим к выведению второго. Так, вот здесь интересная раскрасочка. Мы сделаем даже вот так, раз ты у нас решил тут порычать. Давайте на него полюбуемся. Шикарно выглядит. Просто молодец. Можно заглянуть, давайте ему в зубы, что ли, заглянем. Вот, видели, какое у него небо, какой язык. Забавно получается. Ну, вот так вот. Такая вот раскраска. Так, ну нам, наверное, нужно сразу что делать? Назначаю дополнительное задание. Усыплять появившегося. Да, обеих нужно усыплять, что я тут выеживаюсь. А потом будем, ну, будить их по очереди, чтобы они между собой не начали сражаться. Так, здесь у нас еще цератозаврик есть. Давайте. О, здесь две раскраски майнгазавра. Так, этот еще посветлее у нас появился. Давайте на него посмотрим, чтобы он никого не смущал. Но что-то раскраска чуть ли не такая же самая. Разницы как-то я особо не вижу на нем. Давайте посмотрим, как она называется, его раскраска. Тип степей. Так, а у тебя какой был тип? А, тип степей, странно. Странно. Как-то мне задублировался. Ничего страшного. Давайте выпускаем следующего. Это должен быть уже... О, да, эта раскраска мне нравится больше. И, как обычно, я успел его поймать в такой вот экстравагантной позе. Длинная шея, вот смотрите, какая у него длиннючая шея. Он напоминает мне какого-то пришельца. Были какие-то пришельцы с такими худыми телами, длинными головами. Очень странно. Так, хотя нет, я думал, что его раскраска будет покрасочней. Поярче, хочу цвета поярче. Принято. Так, здесь все. И последний, точнее, второй по списку был на самом деле. Вот этот красавчик. Ну, что-то как-то не шибко. Узорчики немножко добавились, а раскрасочка не очень. Но очень длинная шея. Такая длинная, какая-то мясистая шея у него. Так, это какой горный тип?
Так, а не понял. Почему он там далеко отлетел, если у него еще задач и задач. Так, сейчас у нас здесь уже есть Зухичи. Вот здесь один, вот здесь есть два. Значит, что? Сейчас ставим на выведение еще. Зухамим. Давайте модификация, на какой я здесь остановился. Вот такой вот. Вывести. И... Тихо-тихо. И еще один нам нужен. Вот такой вот. Вывести. То есть у него, смотри, какие показатели получаются. 72 на 26. У этих ребят 81 на 31. То есть чуточку они помощнее. Сейчас мы это, в общем-то, с вами проверим. Где там у меня первый мой Зухамим? Так, отлично. Выпускаем. Не вывести, а выпустить. Пока мы будем любоваться на этих, приготовятся и остальные. О-ха-ха! Вообще забавный. Это что, болотный тип? Какой красавчик. Вот это шикардос. Это просто... Кстати, можно еще HDR добавить. Будут цвета поярче. Какой миляшечка, милашечка. Очень, это, наверное, самый красивый динозавр в этой игре. Ну, вот, ну, из хищников. То есть, самый оригинальный. Очень прикольно он выглядит. Красавчик просто, ребята. Что вы скажете? Какая вам раскрасочка больше всего нравится? Ну, майюнгазавр, да, отдыхает. Это просто молодец какой-то. В парк доставлен Зухамим, которого мы сейчас усыпим. Так, идем дальше. Следующая раскраска. Такой серенький у нас. Цвет городской хаки, наверное. А крик такой у него какой-то. Так, кто тут начал сражаться без моего разрешения? Все ясно. А как ни странно, то побеждает Зухамим. Так, ну ладно, это мы сейчас, ребятки, выясним. Что-то у меня с вертолетом, может у него что-то с точностью беда какая-то. Так, где тут наши вертолеты? Экспедиционный центр. Центр ОСА. Точность, точность, точность. Ну, давайте еще точности добавим. Так, идем смотреть на следующего нашего Зухича. Ну, мне первый понравился, второй нет. Это тоже как-то не очень. То есть базовая раскраска прикольная. И вот тот вот зелененький интересный такой. Так, как эта раскрасочка называется у нас? Это базовая. Вот это базовая? Я думал, он базовый черный. Ну, более черный. Очень как-то странно. Назначаю дополнительное задание. Очень как-то странно. Не ожидал я такой раскраски от него. Так, ну у нас еще там есть два, по-моему, Зухамима, да? Побежал за козочкой, наверное. Успеешь, не успеешь? Он за тобой. По твою душу уже где-то вертолет летит.
Не дадим мы ему поесть спокойно. Вот так вот. Я думаю, вам такие пейзажи тоже нравятся. Ну, он уже спит, анимация сейчас пройдет, как он кушает, и сразу упадет. Ну, я слышу попадание, все, все, иди спать. Иди спать, мой дорогой. Так, так, в первом инкубаторе у нас, в первом. Так, здесь не удалось, и здесь не удалось. Ладно, ждем. Я выпускаю цератозавра. Он у нас 113 с чем-то, то есть он помощнее будет. Сейчас мы посмотрим, как они посражаются. Сейчас как раз проснется наш светлой раскраски вот такой вот Зухамим. Этот красавчик немножко вкачанный. 113 плюс 56. Сейчас мы это все дело сделаем. Тут у нас спинич есть. Ну, спинич тут просто порвет всех. Всех порвет клочья. Мы сделаем парочку дуэлей, а потом разбудим всех и посмотрим, кто выживет в этой песочнице. Так, ну вон он, твой противничек бежит. А потом, естественно, попробуем еще подогнать, кто у меня здесь в инкубаторе есть. Зухамим. Вот, Карнотавр есть 150 на 49, ребята. 150 на 49. Давайте сейчас попробуем вывести такого Зухамима. 150 на 49. Модифицировать геномчик. Пусть будет базовая раскраска. А, кстати, я и не смогу такого вывести, да? У меня пока что еще заблокированы. Вот это вот максимальный, который я могу вывести. Давайте его выведем. И рядом поставим максимального... так, где там наш... так, не Карнотавр. Майджунгасорус. Вот наш Майджунгазавр. Давайте посмотрим, какой может быть у нас... О, ну этот может быть вообще ядреным. Так, тогда не так делаем. Сколько? 90 на 48. Вот примерно таких показателей сделаем сейчас Майджунгазавра. Я думаю, это будет вполне себе справедливо. То есть вот этих два у нас будут модернизированы. Так, а здесь у нас заварушка. Ну, сейчас должен победить, конечно, Церат. Так, давай. Ну и все, да-да. Сейчас его догрызет. Два таких тускленьких динозавра у нас сражаются. Вот так вот. Мертвый динозавр, отлично. Трупика мы, пожалуй, удалим. Так, где там наши зухичи? Зухамим здесь готов. И здесь практически готов. Тогда сейчас заглянем на секунду в информацию про динозавров. Посмотрим, что из себя, допустим, Барионикс 3 метра 391. А здесь у нас 391. Так, высота чуть меньше, вес 5 тонн и 9 метров. То есть он вообще капец насколько больше. 5 тонн веса. Зухамим просто гигант по сравнению с Бариониксом. Здесь 1 тонна. Карнотавр 2 тонны, да, если я не ошибаюсь, да, 2 тонны. Ну вот так вот как-то. Ладно, давайте выпускаем еще одну раскраску Зухамима. Вала, вот это вообще зеленый. Я думал, тот зеленый, но оказывается нет. У нас вот этот зеленый.
Вот так вот, в полутонах, совсем как Хаки Маскировка. Молодец. .72 на 26, то есть он совсем стандартный. Мы сразу же тоже вызываем вертолет, чтобы его усыпить. Запрос. Бедный Дилофозавр, сколько смертей на своих глазах он видел. Это просто никому не передать. Так, Карник 150 на 49. Ну, Карника такого, да, мы, к сожалению, не можем вывести. Выводим последнего стандартного Зухамима. Такой с красным цветом. Ух ты, этот мне нравится, тоже прикольный. Давай, рычи. Он как раз на солнышке. Как раз на солнышке. И мы тут сможем сделать парочку фоток, но что-то не очень удачно. Тип степей. Так, ну это был последний наш стандартный, да? Так. Майозавр. Давайте вот сейчас вот этого майозавра подымем. Выдвигаюсь на сборах. И устроим ихнюю дуэль. Ну, 99 здоровья, так что, я думаю, считай, что новенький. Так, а здесь у нас что идут? Забраковался наш Зухамим. Выводим еще одного. Так. Не здесь. Может, мы сможем вывести более сильного Маджунгасоруса. Ему 150 сделать будет несложно. Вот 150 на 49. Примерно вот такое я хочу сделать. Так, Маюнгазавр 150 на 49 наша цель. Ого. То есть у него защита большая, а вот с атакой какая-то беда. Так, 130. Ну, вот такой вот. Пусть будет. Маюнгазавр, который будет сражаться с вкачанным Карнотавром. Так. Ну, посмотрим сейчас, как эти ребята сойдутся. Что у них получится. И сейчас будет драка. Стандартные. Маюнгазавр и стандартный Зухамим. Смотрите, какой резкий и агрессивный. .55 за два удара. А этот вообще целёхонек. Так, так, так. Выровнялись. 55 на 54. 33. Но тут нужно еще по два укуса. Ну, кому-то три, кому-то два. Могут разойтись, конечно, на секундочку, но... Но-но-но. Так, следующего вот этого нужно будет оживить. Давай, 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 давай. 33 на 33. То есть, ну, поровну, ребята, идут. Идут поровну. 72 на 26. И 75 на 29. Ну, чуток Маюнгазавр сильнее. Хотя, как? Зухамим 5 тонн веса. Так, бой насмерть. Без вариантов.
Так, давай, давай. Вот так, чтобы никуда далеко не ушли. У нас такая микроарена получилась. Можете еще попытаться укоротить. Вот так вот. Будьте так любезны, продолжите схватку. Кто сколько отрегенил? 29 на 43. То есть он еще от кого-то получил. Очень странно. Очень странно. Это он бродит. Ну, будем считать победителем. Зухамима? Подтверждаю задание. Странная ситуация произошла. Так, тем временем смотрим, что у нас здесь. Этот еще выращивается. Так, этот у нас опять забраковался. Так, ну мой юнгозавр 95 на 45. Вот эти вот два братишки должны сразиться здесь. То есть это в этом вот у нас будет битва. Наверное, мы сейчас сразу ее и оградим. Чтобы они как бы далеко тут не разбежались. Так, вот как-то так. Ну, вот это мы сейчас уберем. Так, здесь 150 на 49. Здесь у нас крутой. Давайте выпускаем Карнотавра. Крепкий наш Карнотаврик. Тоже давайте немножко оградим их. И вот сейчас доделается наконец-то этот майонгозавр крепкий. И они сражаются между собой. 148 на 59 против 150 на 49. Так, это считается, что у тебя тут есть вода или нет? Так, ну водичку можешь попить. Так, а наших бойцов сейчас нужно найти и продать, так, чтобы они нам больше тут не путались. Ой-ой-ой. Забираю актив. Так. Вот так вот. Ты не переживай. Сейчас тебе будет компания. Вот. Выпускаем. Вкачанный. Как ни странно, да, на данный момент я не могу создать сильного Зухамима. У меня еще Исла Сорна не пройдена, наверное. И там заблокированы некоторые вещички. Ну, давайте. То есть мы знаем, что Раджазаврик агрессивный довольно. Ну, Карнотавр против Раджазавра. Да, но Карнотавру намного круче получается по агрессивности, хотя им этот майонгозавр превосходит его по статам. Ну шея, смотрите, какая у него длиннючая шея. 31 на 36, нет, ситуация вывернялась. Ну давай. Так, чё, решили разойтись? Не-не-не, так тут не получится, ребята. Такого здесь не будет. Продолжаем. Тридцать пять на 40. Неужто ли победит Раджазаврик? Все-таки я вначале думал, будет Карник. Драка шла в его пользу.
13. 19. Последний укус. И его сделал Раджазавр, ребята. Так, что у нас здесь? Ай-яй-яй. Маюнгазавр и Зухамим примерно одного уровня. Осталось тоже совсем чуть-чуть. И потом я бужу всех после вот этой схватки. И наслаждаемся, кто останется. Кто у нас останется. Так, я попытаюсь сейчас им сделать вольер поменьше, чтобы они быстрее тут начали друг друга жрать. Какие помехи? А, вот эта мелочь тут ходит. Давай, валяй, валяй отсюда. Да ладно. Тут у нас труп козы. Так. Вот так вот мы сделали. И все. Можем выпускать, ребята. Два примерно равных. 95 на 45 против 94 на 48. Это у нас базовая раскраска, да? Если мне память не изменяет. Он прикольный, но что-то я думал, что он более черный в базовой раскраске. Базовый, да. Это он просто более черный в Jurassic World Alive, наверное. Ладно, не буду сейчас удалять трупы. Деритесь, мои дорогие. На фоне спинозавра. Опять же, видите, агрессивный раджазавр. Он атакует первым. У него много по атаке. Не, подождите, у него по защите много было улучшений. Два раза уже проатаковал, смотрите. Без шансов, Зухамим и сливается. Прям кровь как будто бы брызнула друг на друга. ...33 на 36. Ситуация выровнялась. То есть атака по 2 как-то происходит. Так. Ну давайте, решайте бой. Мне уже пора перевозить динозавров. Ух ты, блин, пропустил такой хороший кадр. 17. 13 на 17. Ну, сейчас маюнгазавр проатакует. Ну, мне так кажется. Нет, проатаковал Зухич. Я этому безумно рад. Вот так. Ну все, тогда проверяем, что у нас тут по инкубаторам. Ничего нет. Тогда что делаем? Всех перевозим в одну кучу. Требуется забрать актив. Подбираю актив. Так. Ну, чуточку им сделаем больше места. О, у меня еще здесь Зухич. Получен запрос на сбор активов. Все ясно. Задание получено. Назначаю дополнительное задание.
Так. А этот умер. А, ну, это вроде он и был. Это мой ингозавр. Да-да-да. А это тоже мой ингозавр. Ладно. Начата перевозка актива. Здесь у нас просто какая-то, знаете, высадка в... Так, где это, как это? Как это у нас? Война. Где там американцы воевали? Вылетел с головы. Вьетнам, точно. Перевозка завершена. Доставка завершена. Актив доставлен. Так, ну, спинч тут может порвать всех, на самом деле. Так, кто пьет, кто ест. Так, этот у нас раненый. Ну, сейчас будет какой-то замес дикий. Так, этот трупика тут подъедает. Ну, мои ингозавра можно есть, ничего страшного. Актив забрали. Так, а кто нас тут побеждал? А ты почему здесь бродишь? Без проблем. У нас победил кто? Карнотавр, блин, вылетел с головы. Кто у нас уже здесь победил? Или все-таки вот этот Маюнгозавр победил? Да, вот этот Маюнга победил. С нормальными статами. Ну, он тоже не сможет сопоставить никакой конкуренции. Смотрим на размеры, как бы. Спинич намного больше. Без шансов. Так, у нас тут такой замес, ребята. Сейчас какой-то кадр мы с вами сделаем. Вот так вот как-то, да. Нормально будет вам? Там и цератозавр бежит. Можно и вот такой вот кадр сделать. Тут у нас будет Дилос на фоне. Направляюсь забрать актив. Ну давай. Ну тут спинозавр сейчас быстро их покушает. 15% один икус и все. Вот так. Кстати, объекты вот в таком режиме, ребята, объекты непрозрачные. Вот, смотри. Я не могу, то есть, в сторону как-то пройти его. То есть, он реально вот-вот упираюсь в него. Могу под ним пройти. Ух ты, смотрите, какие когти! Так, ну это я уже впритык в земле. Но забавный кадр. Ну и вот такой давайте еще сделаем снимок. Здесь есть цератозавр. Довольно такие, ну, не сказал бы, что крепкие, но крепче, чем остальные. Так. Первая жертва спинозавра, но все-таки я думаю, он здесь всех перегрызет. Актив поднялся в воздух. И вряд ли его кто-то сможет убить. Эти просто тут сами почему-то 30% здоровья, он почему-то решил умереть. Маюнгозавры какие-то рахитные у нас. Ну, выживет один спинозавр. Вот такое вот мое предположение. Процентов на 90 уверен. Стандартный. Так, ну Цират тоже кого-то завалит. Может в конце сразиться цератозавр с спинозавром. А рык какой везде. Везде поле боя. Актив перевезен.
Вот, иди, спинич, смотрите, пойдет. У нас будет три битвы одновременно проходить. Там победил Цератозавр, как мы и говорили, здесь победит дружба. Ты, мелочь пузатая. Такой огрызок по сравнению со спинозавром. Он как мопс хрякает. Ну давай, ты он агрессивный, может хотя бы покоцает спинича. Так, там победил Цератозавр, как и предсказывалось, и Зухамим. Смотрите, он как, он продамажит сейчас спинозавра, что я еще окажусь не прав, ребята. Так, ну и тут, а. У нас полуфинал, ребята. Полуфинал, куда выйдет спинозавр, пробитый довольно сильно. И Цератозавр, вероятно. ...26 на 34. Здесь 22 на 78. Ну понятно, там осталось. Цератозавр побеждает пока что. Эти временно разошлись. Мы идем сюда. Так, здесь Цератозавр победил. Ну там спинич его должен доесть. Не давай ему шанса. Хотя у него жизни побольше. Так, если спинозавр проиграет, это будет нонсенс. Но даже если он не проиграет, его легко съест цератозавр. У цератозавра 78% жизни. Я оказался неправ, да? Победит не спинозавр. Йохин, дрова, ребята! Маюнгозавр завалил спинозавра! Это нереально. Это... Вообще все получилось не так, как я думал. Во-первых, не спинозавр сражался с цератозавром и не победил спинозавра, и не победил уже этого пробитого спинозавра цератозавр. Его доел, доел маюнгозавр. Ну, прокачанный на 150. Блин, если ты его, если ты съешь еще вот этого, я не знаю, я тебе памятник поставлю. Да. Эпические сражения. Ну, Церат все-таки должен победить. У него слишком много жизни. Ну, сказал бы, слишком мало жизни у маюнгозавра. Хотя он-то намного агрессивнее и по статам превосходит. 113 против 150 по силе удара. Ну, и защита 56. А здесь 50... Ну, здесь защита 59. То есть по защите они равны, но укус... У маюнгозавра-то сильнее намного. Ну, посмотрим. Давайте. А, все. Один укус. Вот так вот, ребятки, завершилась последняя битва этого нашего дня сражений. Если вам понравился такой формат сражений, не забудьте поставить пальчик вверх и написать это в комментариях. Давайте пиши. Что напишем? Гладиаторские бои. Пишите гладиаторские бои. Словосочетание. Будем устраивать сражения. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был Александр. До скорых встреч.